Всем доброго-доброго утра, девочки, мальчики. Я сегодня, как всегда, не накрашена. Сегодня хочу сделать свой макияж выходного дня. Видите, вся естественная, какая есть, без консилера, без тонального крема. Единственное, что я хочу сейчас губы, девочки, свои чуть-чуть хотя бы придать, а то совсем такая блеклая и бледная. Вот так вот, маленечко. Так, что я буду делать? Да, единственное, что я сейчас нанесла вот такую базу. Это от Жонтан, якобы матирующий, якобы. Но она у меня почему-то в последнее время перестала матировать. Может быть, у меня кожа изменилась, может быть, какие-то пошли несостыковки моей кожи с этой базой. Ну, в общем, одним словом, девочки, она обычная база. Вот что наносишь ее, что не наносишь, она ничего у меня пока не делает, не матирует. Ну, ладно. Не это главное. Сейчас я нанесу маленечко консилер слегка, я еще и сверху наношу. Вот так. Хотя там нас учат наносить как-то. Я все по старинке делаю. Не как визажисты. А все. Как мне удобно, так и делаю. Вы можете делать тоже, как вам удобно. Сейчас еще тональный слегка нанесу. И буду его распределять. Тональный я буду наносить чуть-чуть, потому что у меня сегодня... Мне никуда не надо идти. Единственное, что мне куда надо идти. Мне надо выполнить свой гражданский долг. Как вы все знаете, пройти и проголосовать. Что я и сделаю. Сейчас быстренько соберусь вместе с вами и пойду. Вчера я была, у нас вчера было семейное мероприятие. У моей племянницы был день рождения, ей было 12 лет. Мы посидели в тесном семейном кругу. Мои родители, свекр со свекровкой, мои родители, мы с мужем были. И Настена. Единственное, что она очень так переживала, девочка даже там заплакала. Подружка у нее не пришла на день рождения, потому что заболела подружка. И вот прям было как-то ей грустненько. Ну ничего, потом мы сказали, что вы с подружкой сходите в кафе, посидите вместе. А мы пока как бы в семейном кругу. Так, где-то у меня тут кисточка была, которую я разношу. Консилер, если у меня будет возможность... то я, конечно, сделаю такой небольшой видеоролик. Хотя, девочки, знаете, я не любитель вот этих роликов всяких чисто семейных. Но я смотрю, многие делают, как бы не стесняются. Я как-то вот стесняюсь еще на ваше обозрение выкладывать наши семейные посиделки. Но я считаю, что это как-то сугубо личное. Если будет все нормально, там. Так вот, слегка притаптывающими вот такими движениями делаю легкие... замаскирую. Хотя, в принципе, я считаю, что что мне маскировать? У меня особых таких мешков под глазами нет, потому что я активно ухаживаю за кожей, делаю массажи всевозможные, масочки. Вот. Ну, а морщинки, они у всех морщинки маленькие присутствуют. Мне-то, я-то уже не девочка, мне уже много лет, я уже бабушка. Да, и еще, девочки, сейчас... не могу вот так вот всегда прихлапывающими, притаптывающими движениями я распределяю по всему телу тональную основу и консилер. Вот тут это от Пупа возьму и слегка сейчас как модно вот таким спонжиком. Этот спонжик я у Оксаночки в конкурсе выиграла. Как там модно сейчас вот так вот они делают, да, слегка похлапывающими движениями. Ну вот, видите, тон лица выровнялся. Уже на человека стало походить. Вот для этого мы всегда, девочки, и наносим тональную основу, хотя бы, чтобы выровнялся тон лица. Еще хочу, чтобы вас не затруднять, единственное, что я сейчас пойду и сделаю брови, и сделаю межресничку. И тогда к вам вернусь, и дальше мы с вами продолжим разговор. Так, ну все, видите, уже как бы уже и другой вид, и другой фон. Брови я слегка сделала, межресничку оформила, теперь приступим к макияжу. Сегодня я хочу использовать, так как сегодня выходной день, я же имею право яркий макияж делать, вот такие два красивых тенюх, видите, вот они. Это я на Алиэкспресс выписала, я не знаю, кто это, что это, они какие-то вот видите, по номерам идут сзади, и никаких у них обозначений нету, но они дуохромят,
они доохромят, вот этот синий переливается в сиреневый, здесь желтый, зелененький идет, вот. Ну и, конечно, на все веко, чтобы как-то сгладить вот эту красоту, потому что если я их нанесу сразу на веко, это, конечно, будет некрасиво смотреться. Я использую палетку Catrice и просто коричневыми тенями слегка пройдусь по складочке, вот сюда пройдусь по складочке. В уголочек глаза палетка у меня будет вот эта Catrice Darling. Возьму коричневый оттеночек, вот этот на все, ну как бы складочку века оформлю. Затем в уголочек глаза светленький нанесу, припудрю вот этими двумя оттенками на подбровью. И, конечно, буду колдовать вот с этими красивыми дуохромами. Да, они, девочки, дуохромы. Ну, если вы видите. Я уже с ними делала макияж. Макияжи получаются яркие, красивые, но с такими оттенками, как дуохромы, триохромы, особенно я такая, да, уже возрастная, с ними нужно аккуратно, только слегка акцент, потому что я, дама, это молодым девочкам, я смотрю, вот они делают макияжи, их наносят прям ярко, красиво. Ну, мне тоже хочется, но надо-то иметь скромность. Я всегда себе говорю: Элина, стоп, тебе уже не 16, вот, и даже не 46, а намного больше, поэтому ты должна быть скромнее. Ну, а меня прям так и тянет нарисовать что-то такое красивое и эдакое. Поэтому я вот такими оттенками только как акцент хочу сделать, акцент на свое веко. Хотя на работу я один раз и делала макияжи. Вот. И еще я вам уже говорила, что у нас было мероприятие семейное. У моей племянницы день рождения, мы отмечали, Настю, мне 12 лет. И ко мне привозили внучку. Я еще с внучкой водилась. Такая она потешная. Вообще, представляете, девочки привезли. Мы с ней тут играли. Что только не делали. А когда родители за ней приехали, она даже уезжать не хотела. Она там такой концерт закатила, плакала. Говорила: не хочу, не хочу. И все, убегала, ее ловили. Мы кое-как уговорами уговорили ее. Я говорю: вот, давай, в следующий раз еще приезжай. У меня же внук и внучка, они тоже живут там, не в моей деревне. Это я так называю, не в моей деревне. Они живут в городе, 30 километров от моей деревни. И вот, вот так вот и встречаемся. Так, теперь, девочки, что я должна сделать? Я, наверное, думаю, наносить мне базу или не наносить. Ой, наверное, я нанесу базу. Так, вот она у меня, вот эта база моя. Так, сейчас нанесу слегка базу. Ну, потому что уже вот так моя привычка. Точно так же, как и тональные основы. Раньше раз нафигачил тональный крем и пошел. И ты красавица. А сейчас всякие тоже базы под тональный крем, подложки под тени. Это все, я считаю, маркетинговый ход. Хотя вот сама привыкла и уже не могу без этого. Это же, конечно, когда вот визажисты там на какие-то мероприятия делать. А сейчас, знаете, я вот заметила, как-то молодежь не особо красится. Вот на Ютубе их много таких девочек красивых, которые действительно красятся. А вот в жизни, я почему-то не вижу. Вот когда вот едешь в общественном транспорте, такое ощущение, что ты вот одна такая разрисованная, и иногда даже порой мне как-то некомфортно, стыдно, что ты накрашенная. Хотя чего этого стесняться? Мы же живем для себя, и поэтому должны выбирать комфортное состояние, как нам удобно. Ну, не красятся люди, но это их право, их выбор также. Единственное, что я красной помадой, вот еще как-то выгуливать красную помаду, я не могу. Вот не могу, и все. Постоянно меня на этот нюд тянет. Еще хочу сказать, что сейчас же Нуаш выпустили еще новые тенюхи. Я заказала, но там есть дуохромы 2D финиш и мультихромы 3D финиш. И почему-то мне магазин отправил только две тенюхи. Ну, наверное, на складе не было. Написано, что отказ магазина. Странно так. Я думаю, делать мне здесь или не делать. Нет. Вот видите, вот не могу я разговаривать и как-то вот делать макияж. Ну-ка, вот тут еще коричневую слегка стрелочку. И вот поэтому вместо трех теней я жду две тени. Вам покажу, что мне там пришло. Смотрела тоже, вот, девочки, думала, надо мне, не надо.
Ай, выписала. Думаю, пусть лежат. Если что, у меня же внучка растет. Так, ну все, девочки, я дальше буду наносить вот эту тень. Я даже не знаю, какую на подвижную. Вот видите, две. Я, наверное, вот это на подвижное веко, а вот это в уголочек глаз. Ну, не в уголочек, это на подвижное веко. А вот этот я буду наносить, нанесу вот, вот сюда. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lip. Yeah, don't ask questions, shut your lip.